улыбается. Ой, нам. Какой хороший. Мне нравится. Мне тоже. Опа. И у него даже карманчики. Здорово. Вот эти. Сердечко и снежинка. А на шляпе тоже снежинка. Хорошенький здесь снеговичок получился. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова мы, Карина и... Злата. Арт-семья из арт-гаража приветствует вас. И сегодня мы хотим вам рассказать, что Злата стала помощницей Деда Мороза. Злата, да. Расскажи. Дед Мороз написал, чтобы я стала его помощницей. Первое задание – украсить наши окна. Украшать окна мы будем в эко-стиле. Я считаю, что украшение должно нести минимальный вред природе и быть экологичным. Да? Да. Чтобы не страдали птицы и звери. Угу. Поэтому мы взяли старые коробки из-под пиццы, те, на которых нет жирных пятен. А можно и другие коробки, если у вас есть? Да, это может быть любой гофрокартон. Давай покажем, что у нас получилось. У нас получилось домик, колокольчик, елочка и снеговичок такой. Да, получилось. Еще ангелочек есть. Много даже домики или метеориты. Или метеориты, тоже здорово. Если кто-то хочет. Звезды, да? Угу. Здорово. А кто-то может и звездочку. Или снежинку. Угу. На картонной коробочке мы нарисовали, потом мы ножничками все вырезали, а потом нам понадобился акриловый белый маркер, краска-маркер. Ей удобно рисовать, и хороший насыщенный белый цвет получается. Можно обвести контур, а можно потом обвести еще немножко, отступая 5 мм от края. Тоже получится очень нарядно и красиво. Да, Злата? Угу. Будем сейчас еще делать, да? Покажи, да. Покажи пока своего снеговичка. Вот такой снеговичок с шляпкой и улыбкой. Он вам улыбается. Ну а дальше мы просто сделаем... дырочку, отрежем кусок льняного шпагата, и вот так и в дырочку просовываем. Такие подвесочки на окна у нас получатся, а еще ими можно украсить улицу. Улицу и лестницу, а можно даже коридор. А можно школу. Да? Можно везде украсить, где вам хочется. Вот так. Это первый вариант, да? Угу. Сейчас покажем второй вариант. Так, ну просто можно выкупить? Давай. О, он такие повесит, да? Давай. Давай ты их с обратной стороны ведешь. Давай нам все вот эти вот. Ничего, какие у нас есть? А, это не надо. А, это уже бедина, да? Угу. Так, все хорошо. Давай, я пока введу, еще вырежу, да? Давай. Можешь мне дать другой? Посмотри, нет. А,